А потом, вы стали и продюсером, и режиссером спектакля «Территория страсти». Да, да, в общем, да, я, да, так, так получилось. В котором еще, ну это правда совершенно новая для вас история, в котором еще и запели. Я знаю, что без Глеба Матвейчука не произошло бы ни того, ни другого, ни третьего. Глеб, приветствую вас. Добрый. А вы занимались не только вокалом. Вы дали, как вы сделали так, что Александр Николаевич поверил в то, что он певец? У Александра есть такое качество, которое сейчас не свойственно многим творческим людям. Он всегда говорит то, что думает, делает то, что хочет, и несмотря даже на то, выгодно это ему или нет. Когда появился спектакль «Территория страсти», я знаю, что очень многие друзья Александра отговаривали его от участия, чтобы он выходил в качестве артиста именно музыкального жанра. Но он никого не слушал, и вот это состоялся его дебют. У Александра на самом деле очень редкий голос вокальный, да. Бас профунда. Это самый низкий мужской голос. Я знаю, что даже в 19 веке певчие с такими голосами были самыми востребованными, и это была самая дорогая такая позиция. Мне бы в 19 век. На самом деле я благодарен судьбе, то, что меня свела судьба с таким талантливым человеком, с человеком очень высоких духовных и душевных качеств. Вот. Спасибо вам большое, что стали сейчас для него учителем, да, вот музыкальным, хотя по возрасту, конечно, должно учитель, быть. Учитель, учитель. Да, да, хотя по возрасту могло бы быть. Наоборот, но вы говорите, что вы сейчас в этих уроках догоняете то, что чего вы все-таки... Компенсирую то, что тогда вот... Да, вот в той музыкальной школе, может, в детстве оставил, не догнал, вот сейчас догоняю. И ведь, очень здорово догоняете. Мой сон, мой дивный сон, постой, не уходи, услыши стон любви в моей груди своим крылом. Меня прошу, укрой, мы улетим с тобою в мир иной.